Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ. И сегодня ролик посвящен самым вкусным коньякам. Самым вкусным коньякам до 2500 рублей. Это был сложный выбор. Проделана огромная работа. И каждый рейтинг, каждый топ заставляет организм более чутко чувствовать каждый вкус и аромат. Более качественно проверить коньяки, которые уже были опробованы. С одной стороны, это вкусно, приятно, а с другой стороны, занимает очень много времени. Если вы впервые попали ко мне на канал, то я скажу вам, что это не первые топы. И под этим видео будут самые актуальные антитопы и топы коньяков. Можете посмотреть и сделать какой-то определенный вывод. Возможно, даже усомниться в моей компетентности в данном вопросе. Еще одно уточнение. Рейтинг составлен из тех коньяков, которые у меня были на обзоре, которые я пробовал, и тот или иной вердикт вынес им, либо заключение. Как обычно, в любом топе или рейтинге коньяки ставятся по мере возрастания их органолептических показателей. И еще одно уточнение, без него никак. Все коньяки я покупаю по акциям. Без акций, по белому ценнику, мне коньяк не нужен. Мне важен азарт, как охотнику, как рыболову, поймать максимально крупную добычу по минимальной цене. И не надо мне писать в комментарии, где ты видел такие цены. Если я купил за эту цену коньяк, значит его взять можно. Только надо подождать. Так что запаситесь терпением и затаитесь в каком-нибудь укромном месте. Может быть, в спальне, а может быть, в какой-нибудь палатке возле магазина. И периодически из нее выскакивать и кричать на продавцов. Где мои скидки? Часов 8, как только они замок начинают открывать в магазин. Ну что, начнем. В самом низу рейтинга находится коньяк «Крымский статус» Mavretta Lassa, КС-версия. Это нечастый гость на витринах в магазинах, но купить его можно. А в Крыму так легко. В Ставропольском крае тоже его можно купить. Да и вообще любой коньяк можно купить, если вы поставите целью для себя. Необычный коньяк со своим профилем, с ценой от 2000 до 1500 рублей. Я его вообще брал в фирменном магазине за 1100, что-то такое. Очень приемлемая цена. Также есть стародавний Босфор, 8-летка КВК. Тоже хороший коньяк, но его лучше в рейтинг до 1000 коньяков отнести. Следующий участник топа — Сараджашвили ВСУП. Можно было бы, конечно, посоветовать XO-версию, но ее купить до 2500 рублей невозможно практически. Поэтому я порекомендовал бы вам Сараджашвили ВСУП, где минимальная выдержка спиртов не менее 8 лет. Он очень рядышком находится с XO-версией, и кому-то, мне кажется, он даже больше понравится, чем XO-шная версия. Пора позвать в студию моих любимчиков. Это продукция компании Фанагория. Именно до 1500 рублей можно приобрести этот коньяк. Именно на эту бы сумму я ориентировался. Ну, а он так примерно и стоит в фирменных магазинах. Также есть F-Style, но она поменьше емкостью, ее можно дешевле взять. Также есть Винтаж, который до 1000 часто в магните встречается. Также есть еще и Анри XO, который можно тоже поймать в фирменном магазине. Так что ищите. В этом ценовом сегменте обязательно нужен француз. Самый настоящий, но с российскими корнями. Руле ВСУП версия. Я считаю, для своего возраста это добротный французский коньяк. Гораздо интереснее Гран Броев в сопов и также в ленте какой-то стоял. Роше, по-моему, называется, что-то такое, если я не путаю. Ну, увидите, здесь всплывет, как он называется, коньяк. Мне он зашел. Достойный, до 2000 рублей покупать можно смело. Легендарный коньяк от завода Арарат Ахтамар. Настоящий, добротный коньяк в новом дизайне. Попадается в старых. Частенько в магните бывают акции на него. Его можно взять за 1500, за 1800 рублей, за 0,7 емкость. Это очень хороший коньяк для своей цены. И я считаю, что его попробовать должен каждый. Есть у него какая-то француженность, но в любом случае это армянский коньяк со своими характерными сухофруктовыми вкусами и ароматами. Еще один француз, попавший в этот рейтинг, Grand Broy XO из Магнита. Его не поставить сюда было бы неправильно.
Пускай он в магните стоит по цене 3,5-4, в некоторых магнитах цена на него. Я его глажу как родного, чтобы никуда не убежал, оставался со мной. Замечательный коньяк, который можно приобрести за 2,5. За 2 я его видел. Я его видел за 1300, за 1600. Поэтому не надо мне говорить, что невозможно взять его по этой цене. А за эту цену до 3000 рублей это замечательный коньяк для того, чтобы понять, какая она Франция на вкус. Франция, которая самодостаточная, та Францию, которую можно пить без всяких закусок. Следующий участник рейтинга, идущий гордой походкой ко мне на стол, это Ной десятка. Но Ной должен быть классик. Не традиционный, не отборный, не подарочный. Какие там еще есть Ной? Их огромное количество. А Распел еще. И по моему мнению, ЕК ВВК со своими Ноями, кроме классика, не попадает в категорию самодостаточных коньяков. Они все могут быть выпиты под шашлык, но зачем? Когда есть Ной Классик десятка, в магазине на него существует акция, когда его можно взять и за 1500, и за 1000. И это действительно классно. Классик классный. Классная десятка, классик. Ух, сколько много похожих друг на друга слов. И мы приближаемся к самым вкусным экземплярам, которые пьются всегда с удовольствием. Да хотя и эти тоже пьются всегда с удовольствием, но те удовольствия чуть-чуть побольше. И открывает этот список коньяков Россия. Она тоже родненькая, хорошая. Стояла за всеми остальными коньяками. Замечательный коньяк за 1500. За 2000 вы его можете купить. И я думаю, он вас не разочарует. ККЗ очень достойно делает коньяки, которые начинаются от 15, пожалуй, лет. Ну и Дагестан 13 можно туда тоже добавить. С двенашкой, кстати. Но там все гораздо проще, нежели здесь. За ним идет представитель Армении. Царь Тигран, 12 лет. Изумительный коньяк, замечательный коньяк. Купить его можно за 2, за 2500 точно. Поэтому ищите. Я считаю, что такой коньяк обязательно надо попробовать. И расширить свою библиотеку вкусов замечательным коньяком. Потом идет еще один представитель ККЗ. Эта версия была у нас в Сургуче, а эта версия Музле. Багратион 20 лет. Да, его можно взять за 2500, если подождать, поискать, как-то максимально прокачать у себя терпение, функцию, и тогда вы его наверняка найдете. Очень достойный вариант за свои деньги. А победителем в этом рейтинге становится, как обычно, барабанная дробь. Встречайте, чемпион в этой категории Кремлин 15 лет. Также сюда, пожалуй, можно добавить иной 15-летний. Это замечательные коньяки с интересным профилем, бальзамно-смолистые нотки, восхитительная ароматика, восхитительный вкус, послевкусие. Все в нем замечательно. Надеюсь, вам понравился рейтинг. Мне интересно узнать ваше мнение. Пишите внизу под видео комментарии, какой рейтинг у вас, на ваш взгляд. Либо как вы бы эти коньяки расставили в своем порядке. Пейте напитки только качественные, только в меру. До новых встреч. Пока.